сделаем. Вы представьте себе, видите, какая у меня штука? У вас лебедка отличная просто. Это китайцы отлично сделали. Как называется фирма? No Name лебедка. Вы представитель их, нет? Нет. Нет? Если блин, опять мы китайцам делаем рекламу. Просто китайцы. Своими китайцы. Мероприятиями. И они никак нас не хотят спонсировать. Ну, посмотрим, залезем, да. А сейчас не буду, сейчас честно. Сейчас не читайте, мы устали физически. Дайте их подняться. Ну, если бы видел, откуда он его вытащил, своей лебедкой. Можно посмотреть? 12 тысяч рублей лебедка стоит. Иди посмотри. Вот смотри на них. Тысяч рублей? Нет, 12 тысяч фунтов. А стоит сколько? 5 тонн. Это 5 300. Вот 100 ям. Вот так. Он его наверх, у него даже движка не хватало. Согласен? У меня не движка, у меня переднего привода нет. Вообще? Я его на втором спецучастке, его порвал. То есть я все участки практически на заднем приводе. Сколько такая лебедка стоит? 13 тысяч она стоит. 13 тысяч рублей, 5 тонн. Он ее вытянул вообще без проблем. Даже когда он первое серьезное испытание для нее, да? Да нет, мы ездим, то уже вот у нас компашка есть. Мы на Offroad Opposition. Такая есть. Вот. У нас там такое есть. Light AG называется. Мы периодически ездим. Красивее, да? Конечно. Это пресс-секретарь, оно много фотографий сделает. Отлично. Будем ждать на вашем сайте. А ваш сайт какой? Ну вообще на Offroad Opposition. Offroad Opposition. Мы там просто бываем. Мы там, а да. Вы почему у Лешего не бываете? Почему в группе ВКонтакте не бываете? Мы не лазим нигде. Мы увидели, нам понравилось, поехали, покатались, все. Мы ну вот там будете смотреть на леший4vd.ru. Там все написано. Да, да. 26-27 апреля первое мероприятие. И по формату очень интересно. Заодно можете вот в эту фирму позвонить, сказать, у нас тут соревнования проходят. Если бы я знал, что у это нас... за фирма еще. Ну там же написано. Нигде не написано. Electric Winch. Все, электрическая лебедка. Где чего? Вообще ни одной надо. Ну, номер дяди Васи, я не знаю, там чей-то. Это на УАЗбуке ребята продают. Если вам номер. Видишь, какая реклама на УАЗбуке. Я это буду выкладывать в интернет. Вот, есть еще магазин сейчас 4x4 называется. Там тоже ребята с китайцами как бы созвонились и для спортсменов собирают под их как бы контролем лебедки. Значит, подороже стоит, но там идет контроль качества реальный. Саня, у меня ты Макс стоит, я там буду. Балашиха клуб, здравствуйте! Здравствуйте! Балашиха, чемпион мира Rain and Torrents Challenge. Да, нет, да, не, все, что, не то, что? Так, так, чемпион да, мира! Все, да. Давайте здесь мне сегодня... корону дадим. Как дела?